Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про важливі і необхідні зміни до правил дорожнього руху в частині велотранспорту. В нашій студії засновник Дніпровської асоціації велосипедистів та асоціації екстремальних видів спорту Максим Семенов. Семенов Максим – засновник Дніпровської асоціації велосипедистів та асоціації екстремальних видів спорту, президент Дніпровської міської федерації спортивного туризму, закінчив Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси» та магістратуру Національної академії державного управління при президентові України, організатор соціальних масових заходів «Велодень», «Дніпро», «Екстрім Опен», «Національні рекорди України», «Скайлайну» та інших. Одружений, має сина та доньку. Хобі – різні види спорту. Улюблена страва – вареники. Максиме, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Тож, на сьогодні кількість велосипедистів, електросамокатів та інших подібних засобів в українських містах стрімко зростає, але наша нормативна база взагалі залишилась саме як радянською. І на сьогодні потрібно її змінити відповідно до правил, до будівельних, до держбудівельних норм та ДСТУ велосипедних. Я знаю, що велоасоціації над цим працюють, вносять правки і надають їх на розгляд. Тож, що є на сьогодні? Конкретно на сьогоднішній день є проработані в сообществі, тобто є група активістів, це і УВМ, Українська веломережа, і Ешелон, і дуже багато людей, які ентузіасти велодвіження або велоспорту. И они подавали свои предложения, которые обсуждались в соцсетях, в том числе на разных собраниях. Google Доки были созданы, в которых можно было дополнять, там, корректировать какие-то предложения, замечания вносить. И результатом этого всего вышел перечень предложений, которые на данный момент находятся в Министерстве внутренних дел на рассмотрение у специалистов. Угу. Тобто ці всі поправки, рекомендації, вони вже оформлені, надані. Я так розумію, що одне з головних питань – це взагалі в ПДР, в правилах дорожнього руху, немає поняття маломобільного електротранспорту. Це так? Да, совершенно верно, потому что последние изменения в ПДР, насколько я помню, были в 2001 году. Тогда еще речи не было о электровелосипедах, электросамокатах, скутерах и так далее. И в данный момент это актуальный вопрос, даже проблема, с которой сталкиваются все города Украины. Что еще такого головного, на что вы считаете, треба заакцентувати свою увагу, что потрібно змінити? Но в первую очередь нужно создать условия для велосипедистов, тех, которые уже пользуются велосипедом. Как... Безпечнее. Да, безпечнее умовы, чтобы они уверенно чувствовали себя на дороге, чтобы у нас не уменьшалось количество велосипедистов, а наоборот, мы увеличивали количество велосипедистов и были условия для того, чтобы вводить необходимые европейские нормы. Это велодорожки, велополосы. Ну, все то, що є во всьому цивілізованому світі. Ви ще були в нас в ефірі десь у травні місяці, тоді ви розповідали, що державні будівельні норми вже складені таким чином, що при будівництві нових доріг вони мають бути облаштовані велосмугами або велодоріжками. Да, совершенно верно. Были внесены изменения в ДБН, в которых предусматривается при проектировании капитальных ремонтов дорог предусматривать или велодорожку, или велополосу, то есть условия для передвижения велосипедистов. То есть сейчас в процессе, вот мы смотрим по разным городам Украины, в процессе того, что идут ремонты, появляются то там, то сям, пока разрозненные, но все равно появляются велополосы, вот как у нас на Курчатово.
И постепенно, само собой, с течением времени они будут объединяться и будут составлять сеть. Максиме, коли розробляли рекомендації, які зараз на розгляді, то ви орієнтувалися, наприклад, якихось, можливо, європейських держав, законодавства інших держав? Да, обрабатывался опыт нескольких стран, это европейских и Израиль. То есть смотрели, брали, и те велосипедисты, которые сейчас находятся в этих активах, в этих группах, в УВМ, в ассоциациях велосипедистов разных городов, то есть как бы все это состыковали с личным опытом, с нашими реалиями именно украинских городов, и это все обсуждалось, обдумывалось и применилось в этих предложениях, которые подали в министерство. Зрозуміло. Щодо велодоріжок і велосмуг, вони вже є в ПДР або їх потрібно туди вносити? Да. Ну, не совсем так. В ПДР було поняття велосмуга, так як различие між дорожкою і смугою – это велодорожка, это отдельно построена дорожка для велосипедистов, которая отделена от проезжей части. А велополоса, она находится в пределах проезжей части и выделена или разметкой, точнее, может, разметкой, знаками, но может даже какими-то отбойниками, но в то же время она лежит именно на территории проезжей части. Автомобильные дороги. Да, а в ПДРах, в тех, которые на данный момент существуют, велодорожек нет вообще такого понятия. То есть велосипедист должен двигаться или по крайней правой полосе, как можно правее. Автомобильные дороги. Да. Угу. Или есть понятие велополоса, но практически она, как мы знаем, не применяется. Є ще таке нове поняття – велосипедний шлюз. Розкажіть, будь ласка, що це таке? І чи є взагалі на території України такі вже тестові велошлюзи? Ну от велошлюз, він є в ДБНах, але його нет в ПДР. Тобто в правилах дорожного движения такого поняття нет. І от первооткрыватели велошлюзов – это у нас Львов получился. Велошлюзы – это в местах перекрестков перед светофором. Это такие места специальные, они выделены. Они обычно идут с велополосой и занимают место впереди стоп-линии машин. То есть автомобили останавливаются на стоп-линии, а впереди остается выделено тем же цветом. Там, если велополоса красная, то тоже красным цветом этот велошлюз. Это сделано для того, чтобы, если большой поток велосипедистов, чтобы велосипедисты имели возможность стартовать раньше, то есть имели определенное преимущество. Можливість для того, щоб повернути, наприклад, так, або... Ну, більше для того, щоб, якщо велика група велосипедистів, щоб не було скоплення по одній полосі, тобто по цим 2 метрам на якесь длительне розстояння. Тобто всі можуть вийти вперед і при зеленому сигналі світофора стартовать чуть раньше машин. Угу. То есть эта практика, она в разных европейских странах существует, это нормально, и многие этим пользуются. Зрозуміло. Ще один пункт. Велосипедисти мають право їхати в 2 ряди. Щодо цього, я так розумію, теж було таке довге спілкування резонансне. Да. Тож, як в Європі, як буде у нас, які пропозиції ви надавали? Ну, на самом деле, когда писались правила дорожного движения старые, не было еще такого активного велодвижения в стране. И, возможно, тогда это было актуально, потому что по 2 велосипедиста, может быть, даже кому-то казалось и дико. Но сейчас и велосипедистов много, и это в том числе шаг навстречу развитию велодвижения. То есть, если можно ехать друг рядом с другом, это как бы и удобно, это и контроль друг друга, потому что обычно передний велосипедист не видит, что там происходит сзади. И, ну, я думаю, это удобно будет для всех велосипедистов и не сильно потеснит автомобилистов. Я так розумію, теж ось в цих правках вказано, що 2 велосипедисти, в принципі, вони стільки дороги заміщають, ну, это, да, не більше, ніж звичайний автомобіль. Ну, не більше полоси, это, даже, можна сказати, менше полоси. Ну, і зв'язано з цим нововведенням, це і колони велосипедистів. Тобто, якщо раніше розрешалось двигатися
группами до 10 человек с интервалами 80-100 метров, то здесь конкретно в этом предложении мы предлагаем, чтобы увеличить группы в два раза. То есть если группа будет двигаться по два велосипедиста, это до 20 человек группа, а интервалы остаются теми же. Зрозуміло. Тобто до 10 або до 20 велосипедистів у групи, да, з дистанцією руху, да, між групами 80-100 метрів. Тобто цей варіант буде навіть безпечніше. Так? І колона велосипедистів, вона менш помітна, ніж, да, колона по два. Да, колона буде не така розтягнута, і це буде, ну, в случае каких-то велопробегов или движения каких-то больших групп, это будет более компактно и более удобно проезжать перекрестки. Ну, я думаю, от этого удобнее станет всем. Ще одне резонансне питання, яке досить довго теж обговорювалось, питання з обов'язковим використанням шолома. Чи взагалі підтвердили велоасоціації і вони хочуть, щоб це було обов'язково чи ні? Ну, вопрос с шоломом, так же, как и вопрос с велоправами, он долго муссировался, и на самом деле многие давали примеры того, как это организовано в разных странах, но здесь все объясняется вполне просто. То есть, как бы в основном за обязательное ношение велошлема как бы ратовали спортсмены. И понятно, что в спорте это действительно необходимо, это больше скорость, больше риск и так далее. Но если сейчас объективно рассмотреть, допустим, картину велосипедистов в Украине, конкретно даже в нашем городе, у нас где-то процентов 30, а может быть даже 40 постоянных велосипедистов, тех, кто пользуется велосипедами, это жители частного сектора, жители каких-то поселков, сел, и большей частью это пожилые люди, пенсионеры. Если мы введем обязательное ношение шлема, они сразу становятся автоматически вне закона. А заставить покупать всех шлемы, это, ну, во-первых, это неправильно. И вторая сторона этого вопроса – это безопасность. Тоже приводились много примеров. Вот Богдан Лепявка интересный пример подал, что люди, едущие в маршрутке, они же рискуют жизнью. То есть по статистике, при ДТП с общественным транспортом у многих тоже травмы головы, ушибы и так далее. То есть, в принципе, можно заставить пассажиров маршруток, пассажиров поездов обязательно носить шлемы для того, чтобы при вдруг, не дай бог, какой-то аварии или ДТП, чтобы они не повредили себе голову. Но это же нонсенс. Поэтому вполне логично, что рекомендовать, да, нужно рекомендовать одевать шлем во время велопоездки, но заставлять и вносить это именно вот на грань закона, незаконно без шлема, законно шлемом, это неправильно. Згодна з вами. Якщо, наприклад, їздити на велосипеді в маленькому селі в магазини додому, то це одне. Конечно. Але якщо їздити по трасі з дійсно великим рухом, дуже завантажені, то тоді, звісно, спортсмени, я думаю, так вони, да, одягнуть шолом у будь-якому випадку. А скажіть, будь ласка, ще є одні зі змін – це рух на велосипеді дітей до 7 років та до 14. Угу. Які зміни плануються? Ну, по суті, как бы, там незначительні змінення. Тобто на велополосі, яка знаходиться, як ми вже говорили, в пределах проїжджої частини, нельзя находиться на велосипеде, двигаться на велосипеде детям до 14 лет. А на выделенной дорожке, защищенной, в присутствии родителей, они вполне могут кататься. Ну и осталась та же норма, что по пешеходным зонам, по пешеходным дорожкам дети до 7 лет могут передвигаться на велосипеде. Якщо пішохідна частина, то дорослі там не можуть пересуватися, да, на велосипеді. Да. Йти і поряд вести велосипед – це одне? Це, да, це исключення оставляють тільки, якщо нет можливості їхати по велополосі або по проїжджій часті, або велодорожці. Тобто це якщо там ремонт, там, ну, грубо говоря, упало дерево, якісь препятствия. Вот це исключення, коли можна їхати по пішохідній зоні. Угу.
Що ще такого нового, можливо, на що ми не заакцентували увагу, але треба? Ну, от з електротранспортом, з маломобільним електротранспортом теж інтересна ініціатива. Це електросамокати? Це електросамокати, електровелосипеди, все, що движеться з допомогою електротяги. Я знаю, що електровелосипед має їхати з швидкістю до 25 км на годину. Да. Так, як і електромопед. А, нет, электромопед, вот здесь различие. Электромопед – это это конструктивно может быть даже велосипед, но если у него возможность развивать скорость выше 25 км в час, он уже называется электромопедом, он переходит в электромопеды, и он не может двигаться по велодорожкам, он может двигаться по велополосе. То есть он должен находиться на проезжей части, потому что на велодорожке он тоже несет угрозу тем, кто едет на велосипеде. Але електромопеда досі ще взагалі немає такого поняття в ПДР, так? Да, ПДР остались старі, поэтому там вообще про електротранспорт маломобільний нет ні слова. Я ще знаю, що велоасоціація адвокатують взагалі от зараз зміни до ПДР, і як, що ви робите такого, можливо, якісь акції збираєте, як долучаєте інших до того, щоб вони теж з вами пропонували, адвокатували, пришвидшили саме ці необхідні зміни? Ну, вот этот текущий год из-за карантина, в принципе, обрезал большую часть массовых мероприятий, которые были запланированы. То есть практически мы ничего не проводили на улице, но шла активная работа именно с документами, с обсуждением. Мы постоянно в переписке, в чатах. И выборы, которые прошли, тоже подавались. У УВМ были разработаны инициативы, которые предложения для кандидатов. Для кандидатов, да, может, для кандидатов депутаты, кандидатов в мэры подписывали меморандум. По меморандуму подписавшие обязали себя при случае прохождения в депутаты или мэры придерживаться этого меморандума и стараться развивать велодвижение, велоинфраструктуру в тех советах, куда они проходили, и дальше поддерживать связь. Зрозуміло. Також зараз іде робота над проектом закону про велосипедний транспорт, так? Да. Розкажіть про це. Що це буде за закон і що в проєкті? Ну, этот закон конкретно посвящен именно велотранспорту. То есть, изначально хочу сказать, что уже были попытки создать закон про велотранспорт. Несколько попыток. Последнее, то, что можно найти сейчас упоминание, это 2014 год. Подавался законопроект, который не прошел, то есть он не был принят. Но сам по себе закон, он достаточно широк. В нем и направление развития велоинфраструктуры, то есть это и ну, с помощью закона, то есть даются возможности органам местного самоуправления развивать велоинфраструктуру, велодвижение. И там касается и строительных норм, то есть там очень много разделов, и он сам по себе, конечно, нужен Украине. Но на данный момент, я думаю, что те изменения, которые, те предложения, которые подали в Министерство внутренних дел, они наиболее актуальны, и дай бог их примут, это облегчит жизнь всем велосипедистам. А вот что до штрафов? Що буде з штрафами за те, що, наприклад, велосипедист порушує правила дорожнього руху? Ну, штрафи будуть вже определяти в міністерстві, але на самом деле, звісно, є права, повинні бути і обов'язки. Тобто я уверен, я вважаю, що штрафувати потрібно. В першу чергу, наприклад, рухання на велосипеді в стані алкогольного оп'яніння або наркотичного оп'яніння. Ну, много случаев известных, когда такие горе-велосипедисты там попадали в ДТП, иногда, ну, иногда и сами получали какие-то там травмы, а иногда наносили вред даже там кому-то из пешеходов, ну, автомобилистам, может быть, там тоже.
А ще які головні такі порушення велосипедистами бувають? Пішохідні зони. От як у нас... Їзда на велосипеді на пішохідній доріжці, наприклад. Да. Потом ночное время без фонаря и без мигалки на велосипеде. То есть они, такой велосипедист, он плохо заметен автомобилисту, и он двигается со скоростью больше, чем пешеход. То есть на него среагировать реакция должна быть более молниеносная. И они, такие велосипедисты, несут угрозу и себе в первую очередь, и участникам движения. Переїзд перехрестя, наприклад, яке регулюється світлофором на червоне світло. Це теж, звісно, заборонено, але багато велосипедистів цю заборону ігнорують. І красний світ, і переїзд через пішохідні дорожки, тобто по ПДР ми повинні спішитися перед пішохідним переходом і перейти пішохідний переход з велосипедом. Потім, опять же, причина, тому що скорость велосипедиста іменно движение на велосипеде достаточно высока и среагировать более сложно. Автомобилисту. Да. И вот еще понятие одно, которое там тоже в предложениях подано, это велопереезды. Вот в ПДРах их нет, а у нас в городе уже есть. То есть вот эта велодорожка, которая на Курчатова, она снабжена велопереездом. Если вы еще видели. Такой велопереезд, это відмічена полоса, мабуть, руху. Это как пешеходный переход, только для велосипедистов. То есть по нему можно проехать. На самом деле тоже много было дискуссий и споров по поводу велопереездов в городах Украины. Есть группа людей, я к ней отношусь, которые считают, что у нас еще это преждевременно, потому что автомобилисты не готовы к тому, что самоуверенный велосипедист будет переезжать на достаточно высокой скорости дорогу по этой по велопереезду, и пока у нас не настолько развиты велодвижения и правила, это будет, ну, может быть очень много столкновений, и ДТП. И толерантность, да. Що найважливіше. Велопереїзд – це продовження велодоріжки, так? Да, по автомобільній дорозі. Да. Вірно? Тобто пересікають автомобільну дорогу. Якщо велопереїзд, то велосипедист може їхати на велосипеді, на відміну від пішохідного переїзду, там, де він повинен зійти. Да. Він може не спішуватися і їхати на велосипеді. Ну, але... тоже одно из предложений, там я считаю, что велопереезды должны обязательно быть снабжены светофорами, потому что на данный момент это очень опасно. И вот одно из предложений – это велопешеходные светофоры и велосветофоры, которые именно для велосипедистов. Да. Светофоры. Я с вами згодна, в принципе, европейский досвід, він теж показує нам, що дуже багато велосвітлофорів окремих від пішохідних, і це, в принципі, зрозуміло і набагато безпечніше. Да, да. А скажіть, Максиме, взагалі от по Дніпру, можливо, ви знаєте вже новини, і в Дніпрі планується будівництво якихось велодоріжок, велосмуг нових, і де вони будуть, і чи будуть взагалі, коли? На самом деле по всему городу идет работа по проектированию. То есть, допустим, я последние полгода не слышал, но до этого постоянно были какие-то вопросы от проектантов, то есть нашим специалистам, которые в УВМ, в Ассоциации велосипедистов Днепра, с ними советовались, корректировали свои действия. Подрядные организации проектировочные, которые по заказу горсовета проектируют велодорожки. Ну, как бы вообще проезжие части, и в то же время благоустройство и велодорожки тоже. Зрозуміло. Ну, то будем чекати. Ну, да, я надеюсь, что мы увидим. Еще мы увидим. Можливо, у вас є ось такі свої, дійсно, поради велосипедистам-початківцям, які... лише планують їхати, так би мовити, по місту, по автомобільній дорозі, де краще проїхатися і як краще проїхатися, де саме, щоб бути в безпеці і не створювати небезпечних обставин на дорозі. В першу чергу я рекомендував би ізначально отримати відчуття впевненості на велосипеді. То есть вы должны управлять им уверенно, вы должны четко знать, когда вы
сможете остановиться, какую скорость вы сможете развить, где какой бугорок, как вам объехать, ямку, там, не знаю, какой-то слив, ливневку. А второе, это обязательно нужно знать правила дорожного движения. Даже те, которые есть на сегодняшний день. Ну и постепенно, когда уже появилась уверенность в управлении велосипедом, постепенно, потихоньку выезжать на улицы с небольшим транспортним движением и получать уверенность уже на проезжей части. Де краще одразу спробувати? Якщо по пішохідним доріжкам не можна їздити за правилами, на автомобільній дорозі ще поки рановато, то де парки якісь... Ліси, парки, можливо, да, внутріквартальні дороги, тобто між домами, частний сектор. Тобто, в принципі, от якщо посмотреть, любой чоловік, живущий там, я не знаю, в якомусь жилому масиві або в частному секторі, везде знайде, де можна покататися безпечно. Тобто, він може по безпечним каких-то путям накатати необхідний мінімум для того, щоб почувствовати себе уверенно, і потім уже потихоньку вибиратися на якісь менш опасні проїжджі часті. Де у Дніпрі навчитися керувати велосипедом? Якщо не хочеться самому, не можна, треба скоріше, швидше. Велоасоціація чи навчає, да, чи може велоасоціація. Є? У нас є велошкола, тобто ми в некарантинний період, ми постійно по суботам, воскресеньям набирали групи і обучали як там самих маленьких, від 4 років, так і взрослих жителей города, которое в свое время не получилось или не было времени. И в данный момент как бы отдельно работают наши инструктора, то есть там получают заявку и учат. Де вас знайти, як знайти ваші велошколи або інструкторів? Можна написати в нашу страничку в Фейсбуці Дніпровська асоціація велосипедистів, і вам відповідять, ми знайдемо інструктора для вас і научимо кататися. Дякую вам. Дякую вам за те, що ви прийшли нам розповіли дуже багато важливого. І будемо сподіватися, що найближчим часом необхідні зміни внесуть до правил дорожнього руху. І в частині вам спасибо за інтерес к этой теме. Велотранспорту. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.